Всем привет! С вами снова Влад Гриф. Ну что ж, ребята, я, собственно, нашел для себя очень удобную и хорошую пару суперстаров. Если вы помните, у меня был ролик про серебряные, которые мне не особо зашли, потому что, наверное, все-таки размер был не совсем мой, точнее, он был впритык. И я нашел выход. Я нашел на Авито вот такую замечательную пару. Это 2006 год, это коллаборация у нас Adidas и с Def Jam'ом, замшевая модель. Они были немножко в уставшем виде, я их попытался реанимировать. Вот можно видеть, отбелил красителем от Тарага. Они приобрели совсем другой вид. В общем, как же я сделал их удобными? Ну, во-первых, я взял на полразмера, может быть, размер побольше. То есть они мне большеватые. Я вставил туда дополнительно стельку, что сыграло существенную роль. Теперь они сидят на ноге комфортно. Я в них хожу и 2, и 3 часа, бывает 4 часа. Нога не устает. Они не давят мне в области ракушки. Кстати, вот об освоении ракушки, о чем я говорил, здесь такое наблюдается. Вот у нее она отходит немножко. Но это не критично, при ходьбе никак не сказывается. То есть я кайфую и получаю удовольствие. Поэтому можно найти хорошую модель суперстара. К сожалению, очень редко это сделать. То, что выпускают сейчас Adidas, ну, мне лично не нравится. Все-таки модели прошлых лет более качественные, более интересные. Поэтому на Авито они всегда есть. Можно найти для себя интересную модель. Ну, на этом, собственно, все. Осталось посмотреть, как они выглядят на ноге. Как всегда, благодарю вас за подписки, за комментарии, за ваши лайки. Всем добра, всем хорошего настроения.